29 августа на Центральной поляне Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха состоится просмотр фильмов в рамках ежегодной всероссийской акции «Ночь кино». Посетителям покажут сразу три отечественные кинокартины, которые были выбраны по итогам онлайн-голосования: «Иван-царевич и серый волк», «Лед-2» и «Холоп». Кинопоказ пройдет под открытым небом на пуфиках и станет закрытием летнего сезона.